Сегодня у нас пятница, 29 сентября. И у нас сегодня фотосессия. У нас свадьба. Похоже. Азиза у нас. А где невеста, я не поняла тогда. А, репетиция сегодня, понятно. Репетиция. Нет, сегодня вот идея у нашей Леси. Леся, что, откуда у тебя такая возникла идея фотосессию провести? Свадьбы. Да? И вот ты захотела еще раз, как бы, ощущения такие почувствовать. Я хочу этим заниматься. Ага, ты хочешь этим заниматься? Да. Ага, понятно. Ой. Это будет мой бизнес. А, бизнес свой будет? Да. А я же думаю, что так красиво все. А да. Я не знала, что да. Приготовлю еще эту. Да. Пока снимайте эту локацию. Ага, хорошо, хорошо. Сейчас снимем. Как же. А это у нас фотограф Дима. Дима, привет. Здравствуйте. Скромный такой. Здравствуйте. Дима будет нас фотографировать. Вот, да. Просто не привык находиться по ту сторону объектива. Да. Дима друг Азиза. Я уже снимала, конечно, есть видео, как друзья Азиза в гости приходили. Это и в Каневе ты был много раз, да, ты уже был у меня. Да, в кадрах. А вот приготовила Леся вот такие вот стулья. Такой стол с шампанским. А будем мы шампанское пить сегодня? Да? Молодятам. Я не поняла. Точно молодятам? Кто у нас молодята? Это, наверное, Тамара, я и Света. Да, Тамар? Тамар, покажи свою красивенную вышиванку, ручной работы. Покажем, покажем. Сегодня будет тематическая. Да. Фотосессия с вышиванкой. Голубенькая. Света, он идет еще. Света, покажись. А Света вообще у нас закарпатская красавица, да. Это мы купили в Закарпатье, по-моему, да, эту одежду, Свет, ты купила? Нет. Нет? Это я купила в селе Пирогово. А, Пирогово, да, на музее Пирогово. А вот это я купила у себя на рынке. Ага, покажи. Даже специально пояс вот Света прикупил. Да, это там же на рынке купила. Угу. А вот это в Закарпатье. А у тебя ты даже ботинки себе подобрала себе такие как раз хорошие. Да. Тематические. Да, в украинском стиле. В украинском так стиле. Так раньше ходили девчата. А ну у нас солнце давай, а то кто-то загородит. А здесь ты. Ага, да. Кожаные, да. Вот такие ботинки. Надо полусапожки, наверное, да, еще? Ну, да. Я вот в босоножках. Да, остановитесь, там все готово. Ну, все, скажешь, уже все готово, да? Да, первая декорация готова. Нет, сейчас. Да, я первая, потому что я сегодня уезжаю, поэтому. Только я хотела вот еще ручник. Нет, это еще не дадим. А, Оля еще. Олечка, иди сюда, привет скажи. А это Оля, сестра Леси. А это ее доченька. Софийка, что такое? Хочет гулять. Софийка хочет гулять. Подружайка нашей Юлечки. Хорошо. Все летит капец. Да? А вон посмотрите, на счастье, на долю, какие рушники. И тут какие рушники. На счастье, на долю тоже. Олечка, с днем рождения тебя поздравляем. А Колю с днем рождения поздравляем. Главное, чтобы все у тебя в жизни было на высшем уровне, чтобы ты был у нас самый удовлетворенной жизнью, чтобы у тебя все складывалось так, как ты хочешь, чтобы у тебя все получалось так, как тебе хотелось бы в этой жизни быть, жить и вообще. Мы тебе желаем всего самого-самого доброго и всего самого наилучшего. Олечка, да. Спасибо. У нас как раз здесь фотосессия начинаем сегодня. Леся задумала, то мы здесь как раз на берегу озера. У нас праздничное настроение. И в честь еще твоего дня рождения у нас тут настроение. Шампанское выпьем. Шампанское выпьем здесь. Вот. Люба еще здесь хочет тебя поздравить. Люба. В общем, от всех тебя поздравляю. Поздравляем! Поздравляем! И на видео снимаем. А, да ты что, в прямой трансляции? Ну, тогда не будем тебя задерживать. Все просто все, давайте вместе все. Поздравляем. И видео снимаем. Поздравляем! Поздравляем! Все, счастливо тебе, дорогой, да. Да, все, давай. Видео смотри, как тебя поздравляли. Ой,
О, надо быстро, шаг, пока вперед, ветра нет. Вперед, идите, да, сюда. Так, Димон, Димон. Немножко живее, Свет. Олег, да, Олег, с Азизом вставайте. Так и Тома. А, тетя Тома. Да, Азиз. Как раз ветер ушел. А где Оля? Оля с этим, Сонька, будь? Давай, да, Сонька, Сонечка, пошли быть. Давай. Она все сейчас закроет, Оля все закроет. Мишка, Мишка все Оля закроет. На полку. Да, ну видно тебе. Без мяу-мяу, давай. Давай, Сонечка, туда. София, Китя, Китя. Ой, уточка, уточка. Вот смотрите, уточка плывет. Да? Есть, да. Есть, все? Все? Следующий. Азиз, вставай за Олегом. Пока нету ветра, вообще можно. Да, как раз ветра, но вообще классно. Может, ты сама хочешь? Да нет. Садок вишневый, калахатый. Рущи над вишнями гудут, спевают идучи девчата, а матери вечерят ждут. Семья вечеря колохаты, вечерня зиронька встає, дочка вечерять подае, а мать ты хочи научаты, та соловейка не дае. Поклала маты колохаты маленьких деточок своих, сама заснула коло их, затихло все. Тільки дівчата та соловейка не затих. Шевченко Тарас Григорьевич. Все. Фотосессия закончена. Да. Можно реквизиты поесть, хрумануть. И шампанское, как будто бы на самом деле живчик налили. Тамара не могла, это шампанское настоящее. Лесь, в следующий раз, чтобы настоящее было шампанское. Водителям нельзя было, поэтому... Сейчас поедем домой, можем плов там. Да, плов покушаем сейчас. Да сейчас пойдем домой, пловчик. Хряпнем вишняка. Ясно. Это будет по-нашему. Поиски, чтоб речи перед сном. Чтоб холодец был с хрином. Это можно себе... И сало с чесночком. Я так люблю чесатый с бобами языки. Я так люблю, дивитесь. О, смотрите, дивитесь. Что? На пикник бумагами так быстро. Я не что это, что это, что это? О. Лесь, так это что, сама напекла? Да. Напекла, жарила. А, жарила? Это, как это называется? Ну, что-нибудь придумают. Чипсы. Надо же. Дима, не угощайся. Дима. Дима, давай. Фотограф поест. Попробуй. Он устал. Кушать захотел. А, еще воду выйдет. Сейчас поедем. Пловчика. Спасибо. Спасибо. Я пока доеду. А, Азиз какой красавец сегодня. Ух. Богатырь. У вас, Олежка, одинаковые, оказывается, рубашки, смотри. А я тоже заметила. А что попила, блин, похоже на мою, а? Это тетя Оля подарила с Волыни ему. А тебе кто подарил? Леся купила. Леся, у вас с Олей, значит, одинаковые, оказывается, такая же вкус. У Камала есть. Точно так. Такая же у Камала? Такая. Ага. Да? Да. Я ему же дарила на день рождения. Я знаю, что ты кому-то, оказывается, ты Камал. В прошлом году я ему подарила на день рождения.
Thank you.